Всем привет, приветствую на канале Старых и Новеньких. Давно не снимал видео. Хорошо у меня. Давно не снимал видео. Короче, снимать нечего. Скучная жизнь какая-то. Вот с этого момента попадаю. Да не, на самом деле, ну как-то не знаю, не сходится ничего. Работа и неинтересный контент тоже неохота делать. Но многие мне писали в комментариях, чтобы я показал чуть-чуть колхозную жизнь. Вот. Мы решили сейчас на великах чуть покататься. Короче, это видео будет идти на протяжении пару дней опять. Не знаю, буду снимать все подряд. И мы сейчас с Настей поедем на велике, покатаемся. Вот, заодно покажем вам, где вообще мы живем, куда мы приехали. И, ну и расскажу, какие есть плюсы в этом, какие минусы жить в городе или в поселке. Иди домой. Иди домой, я сказал. Ты что, дурак, что ли? И кошки тоже охренели здесь, вообще не слушаются. Алло. Это вот бабушка с дедушкой были, которые нам дом продали. Я не с тобой, я со зрителем разговариваю. Мы, конечно, сейчас весь поселок наш не будем проезжать, но так чуть-чуть. Как я давно на велике уже не ездил. Без рук. Опа. Короче, у нас в поселке живут больше 2000 человек. И от центра Ганновера мы находимся около 30 километров. А до этого мы жили практически в центре. Кто не видал видео, я показывал раз, где мы жили до этого. Называется «Мой гетто». Ссылку оставлю в комментариях. Можете посмотреть. Так что есть в поселке магазин даже. Так, куда? Налево поехали? Можем налево или туда поехать? Туда поедем, налево. Сейчас я покажу. Еще один магазин, который всегда открыт. Сейчас мы зайдем, я вам покажу. Быстрый обзор магазинчика такого. Здесь никого нет. Продается картошка. Вот. Это Бауэр Лейла. Вон еще кто-то. Также продаются яйца. Вот касса. Ребята, она вот не прикручена, ничего. Берешь яйца, кидаешь деньги. Все на свою совесть. Ну, короче, картошка и яйца здесь. А есть еще такие же магазинчики, там все продают. Варенье. Как его? Варенье, потом мармелад, там яблоки, все, короче. Куда мне быстрее? Это проблема, ребят, потому что нету велосипедных дорожек. Приходится всегда по дороге идти. Говно позволяло. У нас даже есть, вон, оставался. Не один, а два даже. Так, короче,
Какие плюсы жить в поселке? Во-первых, вы можете тут купить либо построиться намного дешевле, чем в центре. Потом, какие еще плюсы? Природа, свежий воздух, никакого шума. Вот. Еще плюсы. У тебя есть огород, если у тебя свой дом, конечно. Это тоже плюс. У тебя есть свой огород. Вот, кстати, новые дома построились. Вот. Конечно, не без минусов. Когда вы уезжаете, ну, по крайней мере, я жил в центре, а потом уехал сюда. Во-первых, дорога 40 километров от работы, например. Получается, ездить каждый день на машине, и тебе нужна машина. В любом случае, тебе нужна машина. Хотя у нас есть своя остановка, где останавливается поезд. Также ездит автобус. 10 минут не от большого центра здесь. Он вас привозит на станцию, и вы едете отсюда в город на поезде, там, ну, минут 20 от силы. В принципе, Настя, он каждый день ездит на трамвае, то есть на паровозе, хотел сказать. Короче, на поезде. Чуть я запыхался. Настя, ты где? Все на месте, спортсмены! У нас дорога еще вон с тобой. Такое, я так долго не занимался, у меня такое ощущение, что это... Route 66. МЕ, она бесконечная. Что еще за минусы? Минус еще... Что-то не могу минусов найти. Ой, дурак! Короче, я думаю, еще пару лет поживем, потом... Может, у нас будет другое мнение. Но я считаю, практически прожил всегда, ну, недалеко от центра. А последние 7 лет, можно сказать, прям в центре. Поэтому для меня эта перестановка офигеть какая, можно сказать. Ну это, конечно, тоже плюс. Потому что в центре вот так покататься, тебе навстречу будет только велосипедистов ехать. А здесь вот свободно ездить. Еще один минус нашел. Всякие насекомые, которые вас кусают. Меня вот здесь реально что-то покусало. Все щипит. Вот наш поселок начинается. У нас есть даже вон церковь. Еще один минус. Воняет иногда говном. Ничего страшного. А, ну еще один минус, конечно. Минус еще, что-то не могу минусов найти. Это, я вам скажу, например, вот время 9 часов, 8 часов, этот магазин, который я вам до этого показывал, он уже в 7 часов закрывается, а завтра в субботу вообще в 12, не, в пол первого. Вот это тоже минус. А, кстати, есть велосипедная дорожка, вот она. На самом деле, огромный плюс, это где как домой приезжаешь, если, и ты расслабляешься просто. Вот это самый большой плюс, и все остальные минусы вот эти вообще забываются. И в этом поселке, кстати, есть садик, есть школа, есть больница, ну, врач, то есть. Зубной врач, простой врач. Даже есть ресторан. Короче, в принципе, этот поселок не такой уж и маленький. Камингольц. А здесь можно сразу вон прикупить на зиму себе. Вот, Настя, где будем покупать. Они, кстати, свой мед даже вон делают. Прикупать будем этот, как его? Для камина. Дрова. Дрова. Еще один минус, ребят. Конечно, это не везде, но у нас это, по крайней мере, интернет не очень хороший, хочу сказать. Вот еще один небольшой минус. Ребят, я знаю, видео, наверное, не так уж интересно, но многие просили. Мне, например, тоже было интересно, я
Мне интересно вообще смотреть, например, в России, например, поселки какие-нибудь или еще что-то. Ну, как-то не знаю, мне нравится. Этот домик бы снести. Он горел, да. Его снести. Смотри, какой здоровый участок, офигеть. Ну, по-любому, просто смотри, ты бы хотела жить напротив тебя. Но тут, мне кажется, все, которые здесь живут, они место тут получают. Да Настя, у нее чувство ходить по кладбищу. Что за дела такие? Это футбольное поле получается. Волейбол можно играть. Вот одно поле футбольное. Вот второе футбольное поле. Вопрос, как вы траву вот так у вас получилось ее сделать? Она не высыхала, а? И после вот этого всего, вот эта корона, вот это все, я думаю, здесь будет полно людей по воскресеньям. И пацаны будут гонять футбол. Ну и девки также. Настя! Ты шо? Ты где? Ты едешь там? Говно! Это тоже минус, тут лежат мины коровьи. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. А самолет по небу летом лет, а пароход тихим ходом ход. А мы едем в соседнее село на охот. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем. У тебя сити байк. У меня моутен байк. Мне вообще по барабану, я могу везде гонять. Это вариетит, ребят, кстати, 96-й год. Можете себе представить? Это что это там? Комбайн какой-то? Слушай, Настя, он камни нам собирает. Сейчас покажу, что имею в виду. Мы, короче, с Настей одно время ездили, покупали камни. Покажу потом, какие камни. Слышишь, там у него как будто, да. И мы, короче, ездили, чтобы сделать обгородку. Ну, камни специально покупали. Покупали. Не знаю, 200-250 евро я уже было дал. А потом мы, короче, пошли гулять. Сейчас покажу. И наткнулись на эти камни. И подумали, а почему нам их покупать, когда мы их можем просто так взять. Вы видите, Бауэр на тракторе ездит, перекапывает все. Ну и там всякие разные камни на поверхность, ну, сходят. Большие в основном. И они их скидывают в кучу. И это камни, как раз которые нам нужны были. Сейчас я вам покажу их. Самые большие камни мы с Настей уже отсюда увезли. Но он еще огроменный, лежит два. Я их потом заберу как-нибудь. Там, видишь, дорога. Ну что? Можно велик. Вон, а два штуки там здоровых лежат. Утащим потом. Вот, ребят, почему мы уехали с центра. Мы практически вот в лесу живем. Не, я всегда говорил, и многие писали, то есть, ну и так говорили в кругу знакомых, какого хрена ты так далеко уехал, почему не в Ганновере что-то не искал. Очень просто, дом построить в любом месте можно, конечно, по цене разница, но там можно как-нибудь еще это сообразить, но получить участок в таком месте, ну как, поэтому пришлось покупать дом вот такой, ну, старенький.
и восстанавливать. Вот. Если бы он был бы вообще старенький, его пришлось бы просто снести и поставить новый. Но участок, самое главное, мне надо было участок такой. Я сказал тогда, если я буду уезжать в дом какой-то, тогда только вот так, чтобы было. Вот. Просто меня это прикалывает. В центре мы жили около воды прям. Там речка у нас проходила. А здесь прям около леса. Вот мы почти что поехали, ребят. Я Настю обгоню. Детство в жопе заиграло. Вот видите, лошади у них, соседи. О! А вон он и там уже. А? Да я знаешь, сколько туда выкинул? Я туда выкинул столько. Мы всегда, как ребят, траву постригаем. Всегда за убор ее выкидываем. А некоторые вон сюда прям. Не, ну а что, это же природа. Загниет и все. Настя, давай, давай. Сейчас я вам покажу, что за камни я имел в виду. Там если не видно. Вот видите, для чего они нам нужны были. И вы посмотрите, сколько нам их надо было. Офигеть. Около 20, ну где-то 28 метров. Так что, это вам не капля. А вы представляете, сколько мне надо было? Если я покупал, сколько денег. Вот так вот, ребят. Здесь тоже скоро все зарастет. Нормально. Все, Настя. Че? Вот это минус, да, Настя? Настя, за гараж велик поставь. Все, вот так вот. Я надеюсь, вам понравилось. Если хотите еще что-то. Лайки, колокольчики там. Все дела. А, кстати, соцсети мои, подписывайтесь. Ребят, не забудьте поставить колокольчик и подписаться на канал, потому что 90% на канале не поставили колокольчик даже. И больше 50% даже не подписаны, которые смотрят. Это жаль. Мы не продвигаем ничего с этим. Так что поддержите меня обязательно вот лайкосиком. Смотри, мы кого на улице забыли. Кошку забыли на улице. Ничего страшного. Все, ребят. Всем пока. До свидания. Хорошего дня, вечера, утра. Не знаю. Настя. До свидания. До свидания.